Игорь Додон не человек Дмитрия Козака. Дмитрий Козак Додона, ну, мягко говоря, презирает. Как, собственно, и его прямые кураторы в Кремле Чернов и Маслов. Они его взрастили как проект, но сделали они это на пару с Плохотнюком, с которым они дружны были, особенно Чернов, еще раньше. Да, Маслов в избирательной кампании 2011 года на местных выборах в Кишиневе сидел в офисе Плохотнюка и оттуда курировал избирательную кампанию Додона, который как бы шел от партии коммунистов, которая как бы была в оппозиции с тем альянсом, в который входил Плохотнюк. Это вот просто такой маленький эпизод, чтобы понять, какая здесь Византия. Если мы говорим отдельно о этих двух личностях, конкретно о Чернове и Маслове, для кишиневских инсайдеров, людях, которые работали в политике, занимались избирательными кампаниями, которые действительно разбираются в политических процессах, это, ну, как говорят, все знакомые лица. Да, не новость, в том числе вот это управление, да, как оно создавалось. Более того, это управление первой операции этого управления еще при руководстве Колерова была попытка организации такого подобия Майдана в Кишиневе в 2005 году. По сути, ну, такого... Они пытались свергнуть тогда президента Воронина. Воронин отказался подписывать меморандум того же Козака, да, в 2003 году. И, ну, создавали это управление как реакцию на так называемые цветные революции в регионе. Ну, мы помним, это сначала была Сербия, а потом Грузия, потом Украина. Да, и как реакция вот создали это управление. Я не берусь сказать, что там люди ФСБ, люди СВР. Мое понимание, что это вот действительно такое межведомственное управление, созданное сплошь из людей, выходцев из силовых структур и спецслужб. Но я не думаю, что там есть какая-то конкуренция. То есть это собственное управление, которое, и оно не зря находится в президентской администрации. Работает оно напрямую с президентом или в интересах и под прямым практически руководством президента. Далее, по Суркову. Насколько я знаю, Сурков Молдовой как таковой отдельно никогда не занимался. Это как-то были, ну, такие части или упоминание в рамках более широкой стратегии, направленной в первую очередь на Украину и на постсоветское пространство как таковое. Та же пропаганда, ну и в то же время, та же пропаганда — это в первую очередь продукт домашнего потребления. То есть ее производят, чтобы выливать на голову российским гражданам. Ну и параллельно и ближнее зарубежье, которое все знает и понимает русский язык. Были какие-то моменты, связанные с югом, скажем так, Бессарабского региона, так называемая Бессарабская народная республика, но это скорее был такой пилотный проект, не под прямым кураторством Суркова, а был такой у него заместитель Инал Ардзамба, или помощник Суркова, я не совсем разбираюсь, какие у них там... официальные звания были. Вот. Он руководил этой операцией, были вовлечены некоторые деятели из Республики Молдовы, в том числе отдельно из Приднестровья. Мы знаем, что они подключали, скажем так, опытных в сепаратистских движениях и в пропаганде, и в подрывной разной деятельности персонажей из Приднестровья на Донбассе и в Крыму. И мы видим даже на руководящих должностях в не этих незаконных формированиях. То есть косвенно Молдова в этом всем участвует. Я уже не говорю там о поставке живой силы для наемников-боевиков. Но
Отдельно Молдова Сурков не занимался. То есть она уровнем ниже. И, если честно, скажем так, была политическая составляющая или официальное лицо, которое как бы было главенствующее. Это был вице-премьер ранее Рогозин. После этого его сменил Козак, который, по сути, Молдовой так по-хорошему занялся аж в прошлом году. Да, потому что были какие-то контакты, но он не сильно вникал и входил. А до этого вот на уровне ниже, вот на уровне этого Чернова, Маслова, проходили вот эти подковерные игры. Там много чего накладывалось, потому что Молдова, как и все ближнее зарубежье, не входит в какой-то там специфический кейс. Например, этим не занимается приоритарно Министерство иностранных дел Российской Федерации. Да, там, не знаю, если сравнить с какой-то дальней страной, вот это там, внешняя политика, этим занимается МИД, идите в МИД. Да, тут и частные интересы, да, и Интеррао, и Газпром со своими играми, и бандиты со спецслужбами, со своими отмываниями денег. Да, мы знаем этот канал, который там, то, что официально говорят, 22 миллиарда, это Филькина грамота. Да, по сути, с 2005 года по 2015 включительно мы просчитали около 100 миллиардов долларов, просто вымытых из России по этим каналам. И когда пытаются их приклеить к одному или к другому, я думаю, это неверный подход, потому что там были всех и бандитов, и коррупционеров, и спецслужб, и все что угодно. И коррупционеров, бандитов из спецслужб, и бандитов-коррупционеров из политики, и все что угодно. Да? То есть это была большая схема по выводу, в которой напрямую, во-первых, была заинтересована российская сторона и крышевала это и Национальный банк, и в особенности спецслужбы, да, потому что, ну, если мне кто-то расскажет, что под носом у управления экономической безопасности ФСБ может такая уйма денег уйти, и они ничего не знают, то я не верю. Да, с молдавской стороны это все крышевал тот же Плохотнюк, который типа был антироссийский и так далее. На самом деле вполне, скажем, завязан на много-много бизнес-интересов. Я уже не говорю о том, что даже после его бегства из страны должно было пройти какое-то время, чтобы ему отняли право ретрансляции российского первого канала в Молдове, то есть уже куда больше. Вот. Или его младший партнер Шор, который финансирует отдых на Новый год Дмитрию Пескову и его семье. Да, и вместе ездят, летают на Мальдивы. То есть вот это вот разграничение, что кто чей, кто прозападный, кто пророссийский, оно очень относительно. Да, вот это такая Византия больше, да, что люди могут оказаться ровным счетом наоборот, чем они хотят казаться. Возвращаясь к сегодняшним выборам, да, вот я видел утверждение о том, что Рената Усатый это СВР, Россия и так далее. Нет. Рената Усатый был, скажем так, это мое экспертное мнение. Он был альтернативным проектом одной из российских спецслужб, видимо, ФСБ, в 2014 году на парламентских выборах. Да, когда, скажем так, российская сторона ставила на две силы. Основной упор делали на партию социалистов, которую поддерживал и лоббировал вот этот отдел или управление, как оно правильно называется, Чернова. Да, и где Чернов лично его рекомендовал и Путину, чтобы с ним сделали фотографию, вся вот эта история. А отдельно спецслужба через свою агентуру, я так думаю, в околокриминальном мире Москвы решила, а вот есть такой молодой интересный парень, давайте попробуем и его запустить. Вот, запустили очень успешно, он шел, ну если не на первое место на выборах, то на второе точно. В итоге его сняли, и снял его, по моему пониманию, Чернов, который просто побоялся, что все инвестиции, потому что там еще речь шла о финансировании, естественно, что инвестиции распределятся, и в итоге ни одна из пророссийских партий не пройдет в парламент. Да, там социология у партии социалистов была очень плохая, они еще за месяц до выборов не переходили избирательный порог,
Там еще был какой-то блок за таможенный союз, тоже типа с пророссийскими политиками, на самом деле просто очередные прокси Плохотнюка. И тут еще усатый. И анализом вот той избирательной кампании занимался Российский институт стратегических исследований. Это действительно приближенная к кремлевской администрации структура. Ну, насколько я понимаю, и КСФР. И они просто провели, ну, им просто было довольно наплевать на эту избирательную кампанию. Я не знаю, кого они поставили, но посчитали, что эти партии не проходят и будет большой скандал. И тогда Чернов попросил Плохотнюка просто снять Усатого с выборов. Усатого с выборов сняли, Усатый сильно не сопротивлялся, потому что Плохотнюка он боялся, и как бы давно знакомы. Усатый улетел обратно в Москву. Потом, после выборов, оказалось, что партия социалистов заняла первое место. Оказалось, что партия Усатого тоже проходила в парламент и занимала очень неплохо. Вместе с коммунистами у них могло быть большинство в парламенте. То есть в 2014 году у России была возможность создать парламентское большинство, скажем так, лояльное или как минимум дружественное. Но из-за разгильдяйства и раздолбайства чиновников, которых поставили этим заниматься, которые больше всего боялись, что с них спросят, где деньги и почему такие результаты, они даже не способны были понять, какие будут результаты. То есть, и это не первый раз. Вот поэтому, вот когда мы говорим о этих операциях, влиянии Москвы, мы должны понимать, что это не обязательно какие-то там гениально продуманные шахматные партии, которые там вот прямо с какой-то педантичностью все расставлено и можно. Да, они сделаны неплохо, и они наверняка выигрывают, если против них никто не играет. Вот есть такое отношение, особенно в Центральной Европе, в некоторых странах. Ой, русские, нет, 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 там шансов нет, все. И как бы нет, мы не связываемся с этим. Нет, там огромная вероятность, что они себе левой ногой поставят подножку правой и сами навернутся. Потому что там сидят люди, вот, например, вот это расследование, или как вы его называете, опубликованные данные от центра ДОСИ. Они опубликовали список людей, которые работают в этом отделе по Молдове. Да, там только один, у которого действительно образование и по ходу интерес. Да, он даже здесь, скажем так, в поле работал, его в Тирасполе держали, его экстрадировали из Молдовы, по-моему, в 2015 году. А все остальные это какие-то сыновья, племянники или там внуки каких-то генералов, полковников в отставке и так далее. То есть просто приспособили, да, там дали интересную работу, ну и погоны наверняка. Вот. А качество по нему, я посмотрел там документы, которые опубликованы, ну это стыд. То есть качество понимания ситуации внутренней очень слабенькое. Вот. Но несмотря на это, за счет того, что ну, им повезло больше, конечно, с Плохотнюком. Я не знаю, что в итоге путинская администрация не поделила с Плохотнюком, но у них там что-то личное, не знаю с кем. Может, с Патрушевым, может, еще с кем-то, может, лично с Путиным. Я понятия не имею, где Плохотнюк им сильно перешел, но это чисто личное, потому что я не видел никаких там рациональных, скажем, причин вот такого именно негативного и агрессивного отношения лично к Плохотнюку. Там даже поговаривали, что они его убить собирались. Вот. Кто его знает. Но опять же, Плохотнюку опять верить, это то же самое, что Кремлю, что Плохотнюку. В 2019 году мы получили страну с очень слабыми институтами и со слабшим обществом. Да, за счет вот практически четырехлетней диктатуры Плохотнюка, который вычистил все, который вычистил, во-первых, политический класс. Потому что у него было так, ну, чтобы вы понимали, Дадон это креатура Плохотнюка. Да, он его, скажем так, ведет по карьерной лестнице где-то еще с середины 2000-х годов. Он его сделал замминистра, министром и вице-премьером. Потом он стал депутатом, этот его выдернул, этот помог ему на выборах 2011 года в Кишиневе, когда он как бы сделал себе личный политический капитал. Он помог ему создать партию уже вот эту социалистическую, новую, когда он вышел от коммунистов. Даже говорят, что он помог тому же Дадону продвинуться
именно в плане лобби в Москве. Да, несмотря на там какие-то связи были. В принципе, связи у Дадона в Москве были очень так себе. Это были, ну, в основном это был Герман Греф, который почему-то Дадона очень любит и встречает. Я вижу эту ухмылку. Вот. Как именно вот проходил процесс, вот, скажем, продвижения в деталях Дадона в Москве, мы не знаем. Но на 19-й год партия социалистов стала самой крупной партией в парламенте, самой популярной партией в стране, и все это за счет трансфера позитивного имиджа от Кремля, от Путина. Да? То есть люди голосуют за Дадона, голосовали за Путина. При этом Плохотнюк, который типа всюду орал, что он защищает Молдову от российских танков, продолжал контролировать Дадона через шантаж. То есть Дадон у него был просто шелковый. Да, они его там на 5 минут из розетки вытаскивали, когда им надо было. Вот. Дадон подписывал все, что надо. Дадон один раз хотя бы людей на улицу не вывел там против беспредела Плохотнюка. То есть они вот так имитировали борьбу друг с другом. И понимание было такое, что вот создаем двухпартийную систему. Вот я на правом фланге, ты на левом, и будем периодически меняться, будет у нас все хорошо. Под это дело Плохотнюк зачищал проевропейскую часть. Да, он разрушал все проевропейские партии, там пропаганда и так далее. Ну, все зачистить у него не получилось, но в итоге, вот даже сейчас, этот фланг, он до сих пор ослабший. И левый фланг, то есть он зачищал все под Дадона и начал разрушать, во-первых, партию Рената Усатова, да, который был конкурентом, который в 2016 году во втором туре президентских выборов поддержал Дадона, и за счет этого Дадон выиграл эти президентские выборы, которому Дадон обещал, что его оставят в покое, и все будет хорошо. Вместо этого Плохотнюк начал этого Усатова здесь давить, внутри страны. А Дадон пошел и договорился с ФСБшниками, чтобы они начали давить Усатова уже в России, потому что как бы он российский бизнесмен. Вот. И вот в итоге из своего парня они сделали из этого Усатова, ну, по сути, врага. А у него там непочатое количество вот этих, там его, по-моему, заочно уже и арестовывали, и все что угодно. Вот. Поэтому говорить сейчас о том, что Ренат Усатый проект Москвы, это неправильно. Но в то же время Усатому важно сейчас просто сбыться до дома, да, потому что чтобы просто не было кому ездить в Москву и просить, чтобы этому продлевали или открывали новые расследования против него. Вот. И скорее всего с Москвой у него получится договориться в итоге. Потому что в Москве очень многие, и насколько я знаю, первым это говорит Козак, считают, что Дадон это проигрышный вариант. То, что он тянет партию вниз, в смысле партию социалистов, что он несерьезный. Ну, там достаточно посмотреть даже его первую характеристику, которую там досье опубликовал. И она очень точная. Это человек совершенно несерьезный, ненадежный, предаст кого угодно. Да, вот даже все, что там он выпирает, там пройти, традиционные ценности, там, религию, ему плевать самой большой, высокой колокольни. Да, там даже про название языка, я не знаю, если вы знаете, у нас это такая вечная дебата, как правильно называется язык, молдавский или румынский. Вот Дадон всюду ходит и говорит, что он считает, что молдавский, потому что вот та часть, которая более пророссийская, так считает. Вот у него мама родная, учитель румынского языка. Вот даже после того, как он стал президентом, она все равно осталась и так и говорит, что она учитель румынского языка. То есть этому человеку просто наплевать. На все это он просто имитирует это все. Он действительно очень такой эффективный политик. Он хорошо научился говорить, притворяться, и это действительно очень хорошо заходит на публику. Вот. Но в Москве его считают проигрышным вариантом. Он, скорее всего, проиграет второй тур президентских выборов. И его будут, как говорится, сливать. Но контролируемо, да, то есть там никто не будет его там уничтожать, скорее всего, как когда-то сказал Невзоров, под Москвой дадут какой-то бизнес, наверное, и все. Вот, и бизнес у него там, в принципе, уже обеспечен, и на него, и на брата, и все эти дела. Чего добился Козак в 2019 году?
Он добился того, что он, по сути, это была такая рейдерская атака в хорошем смысле вот этого термина, да, когда основной инвестор перенимает контроль над фирмой, потому что фирму основал Плохотнюк, но вырастила фирму Российская Федерация своими инвестициями и поддержкой. А я не просто убрали Плохотнюка, но они убрали Плохотнюка от власти, от влияния на партию социалистов в каком-то смысле, но весь компромат на Дадона остался. И поэтому сейчас в этой избирательной кампании Плохотнюк делает, что от него зависит, чтобы Дадон выиграл. Почему? Потому что пока как бы главенствующую роль играет тот, на кого у тебя есть хороший компромат, его всегда можно зажать. И Плохотнюк очень успешно это доказал этим летом, когда из огромной там на 65 человек, по-моему, коалиции, даже больше, на более 65 человек коалиции, Плохотнюк оставил Дадона с 50 депутатами, то есть то, что уже было меньше, чем нужно, чтобы поддерживать правительство. Он слил пару очень небольших кусочков видео, которые ударили очень сильно по Дадону и его рейтингу, и перед избирателями, и перед внешними партнерами, в том числе в Москве. Да, он там показывал куски, как Дадон докладывал Плохотнюку, что он лично пишет все донесения для Путина, и там все расписано так, как надо, в смысле, так, как надо Плохотнюку. Вот, и вы понимаете, что, например, тому же Чернову, который, как бы, это его непосредственная работа, да, и тому же Козаку, и кто там был до него на этих позициях, это точно не понравилось, потому что получается, что и как бы это их работа непосредственно контролировать, что за материалы приходят. Ну, поэтому я думаю, что Москва тоже будет сливать в итоге Дадона, будет перестраивать. Скорее всего, они пойдут договариваться с тем же Усатым, просить у него прощения, закрывать все. То есть ждите Усатого на, я так думаю, там где-то через полгода после выбора ждите на федеральных каналах. Они будут рассказывать, как он хороший мэр русскоговорящего города. Сегодня, например, вы про него увидите, что он агент румынской разведки. Да, например, это рассказывают такие продадоновские СМИ. Усатому, как бы, он не поддерживает открыто Майю Санду, но ему выгодно, чтобы она выиграла. Это, то есть, не, тут не про нее. Ему выгодно, чтобы Дадон проиграл. Это открывает ему путь к договоренности с Москвой. И самое главное, решить свои личные проблемы. Мы говорим о этих криминальных делах. Вы должны понимать, Дадона сольют после выборов. Его, то есть решение принципиальное, насколько я знаю, Козак был против, но все-таки решение принципиально было, что Дадона поддерживают. И они его поддерживали всеми методами, ну, практически всеми, да, ему выделили огромный ресурс человеческий, то есть сюда понаехало человек 20 разных консультантов, то есть его избирательной кампанией полностью руководят делегаты из Российской Федерации, полностью, то есть там ни у кого вообще, я не знаю, даже если он имеет право какие-то решения принимать, он просто там диктует всем, масс-медиа, троллям, блогерам, телеграм-каналам, там, что продвигаем в сети, какие рекламы и так далее. Все. Даже юридическую часть, там, разные спецэффекты. Этим всем руководят люди, которые приехали из России. Да, причем у них есть опыт здесь, тоже там практически та же команда работала на местных выборах 2019 года и сделали впервые в истории мэром столицы Кишинева пророссийского кандидата. Ну, это не означает, что они там какие-то гении, просто у прозападной части был очень уж неподготовленный кандидат. Я не знаю, если ему дали денег на эту избирательную кампанию, я думаю, нет, потому что, ну, как бы уже вся власть в его руках, кот, куда уже тебе еще и денег давать. Вот, плюс там ресурсы, которые, ну, например, Одноклассники, да, это вторая до сих пор по популярности соцсеть в Молдове. Она работает просто там как избирательный агент.
То есть любой человек, который заходит на Одноклассники из Молдовы, сразу видит так называемые популярные видео. Там просто там только про какой хороший дадон и какая плохая Маасан. А после первого тура вообще началась какая-то полнейшая дичь. То есть такого количества фейков ну, просто не было нигде и никогда. И продвигают это все через соцсети, в основном через Google, то есть мы говорим о YouTube, о Google Ads, то есть Google вообще ноль, то есть ноль фильтров, ноль подготовки и внимания к этим выборам. И даже если люди там рапортуют, жалуются, плевать. И мы говорим о страницах, созданных там пару дней назад. То есть ноль вообще внимания к этому. Facebook плюс-минус подготовился, но ко второму туру как бы скисли и они, потому что социалисты авторизировали разные, я не знаю, если вы знаете всю эту методологию, но в принципе ты не имеешь права делать рекламу на политические темы, на тему выборов, если там надо показать паспорт и так далее. Они нашли какого-то совершенно случайного там активиста партийного на местном уровне в Бельцах, зарегистрировали на него десяток этих страниц, которые типа юмор, типа новости, да, то есть не политически напрямую аффилированы, и там продвигают фейк-ньюс. И тут просто, я не знаю, если при всем при этом Дадон проиграет, это будет просто какой-то праздник критической мысли, да, в восточной форме. Потому что такого количества фейков, конспирологии, манипуляций не было нигде и никогда. Румыния член НАТО, Румыния член Евросоюза, ей нужна стабильная страна-соседка, плюс общие исторические, культурные, да, этнические, по сути, базы населения. Да, по сути, один народ. Но, несмотря на это, объединение это не быстрый и не какой-то легкий, скажем, процесс. Да, особенно учитывая то, что вот для большой части населения внутри Молдовы этот процесс может создать отторжение. За счет, в основном, естественно, пропаганды. Это как бы не новость. Да, то же самое, что происходит сейчас. А в городской среде, и особенно среди журналистов, да, это есть. Немалая часть населения этого хочет, но это не является каким-то приоритетом. Да? Люди все-таки довольно рационально не понимают, что это не произойдет завтра. Более того, они понимают, что это не присутствует в политической, скажем, это не в приоритетах самой Румынии. Да, короче, когда слон и моська объединяются, это не решение моськи. Да, и Румыния как государство ничего серьезного в этом направлении не делала. Да, там есть довольно рациональная политика сближения, да, учитывая интересы, во-первых, безопасности. Да, но как бы это не завтра, не сегодня и даже не в перспективе 10 лет. Я не говорю о том, что объединение Молдовы с Румынией невозможно, но вполне возможно. Но не вот этими разговорами и там политики, которые просто выходят и говорят, что вот я становлюсь президентом, и мы завтра объединяемся с Румынией. Это бред. Это полнейший бред. Так же самое, как, например, там вот сейчас противники Майсанду. Вот Майсанду выиграет выборы и объединит Молдову с Румынией. Это полнейший бред. Да, ну, то есть, и самое интересное там, ну, вот как я рассказал, то, что там эта пропаганда идет. Скажем, более прорумынски ориентированных граждан пытаются напугать тем, что Майя Санду проект Москвы. А самых антирумынских, в основном русскоязычных, пытаются напугать тем, что Майя Санду ликвидирует Молдову. Все, то есть играют на, скажем так, противоположные, более такие, ну, относительно экстремистские части электората. Максимально антирумынский, чтобы как бы заставить их всех выйти на выборы и забыть о том, что Игорь Дадон уже не избираем, что он коррумпированный и так далее, неэффективный, просто забыть про него, голосовать против Санды. А про румынски ориентированных, те, которые такие более радикально за объединение, убедить в том, что Майя Санду все равно не объединит Молдову с Румынией, сидите дома, за нее не надо голосовать. Да, то есть, по сути, первый тур и вообще эти выборы, это выборы про Игоря Дадона. Это как референдум. Даем ему еще 4 года или нет. Вот человек побыл,
с лихвой показал, кто он такой. Вот даем ему еще 4 года или нет. Они это поняли, и это как бы совершенно не ставит его в позицию фаворита, потому что продул он все. Ну, во-первых, просто он несерьезный человек. В плане внешней политики просто людям стыдно, что у нас такой. Он постоянно позорит себя и, естественно, страну своим поведением на внешней арене. Там в том числе там он бегал по коридорам и ловил там чуть ли не в туалете международных лидеров, чтобы сделать с ними селфи. И хоть так подать, что у него там какая-то внешняя политика существует. Или как он едет в Москву и просто там где-то ошивается неделями, может его кто-то примет. Да, и в итоге максимум его принимают Козак, который заместитель, да, то есть это не Путин, да, вот это глава государства. Вот есть Путин, у него есть администрация, которая это даже не значит, что это зам Путина, это просто там секретариат. И у начальника есть зам, он это Дмитрий Козак. Понятно, что Дмитрий Козак влиятельная фигура в России, намного выше, чем его официальный статус. Но он принимает президента Молдовы как своего подчиненного. Да, вот это классическая схема принятия подчиненных в России, где на камеру с правой стороны подчиненный, слева начальник принимает отчет. Да, вот как Путин Медведева принимал, да, как Медведев принимает министров. И вот сидит Козак, получается, с левой стороны, и справа это Дон, который качает перед ним головой и получает. Вот, ну, просто поймите уровень. Это, ну, не, может быть, 100 раз пророссийским, но это позор. Да, это вот прямо вот обидно и людям. Ты понимаешь, просто человек тебя позорит. А у него было ноль встреч с руководителями соседних стран за 4 года. В Украину он практически не въездной. В Румынию неофициально, но где-то там же. Да, и это основной экономический партнер. Он даже в отношениях с Россией, да, почему? Потому что он пешка, да, или как скажем, просто вассал Кремля. Но это не означает, что он решил проблемы Молдовы в отношениях с Россией, потому что у Молдовы есть очень серьезные проблемы в отношениях с Россией. Это нерешенная проблема незаконного вот этого долга за газ, где просто Газпром поставляет огромное количество газа в Приднестровье и не берет за это ни копейки. Да, мы говорим уже о миллиардах, около 8 миллиардов долларов набралось за все годы. Часть уходит в местный так называемый бюджет, но это процентов там 20. Больше половину просто распилили. Да, около 1,5 миллиарда долларов на этом заработал только Алишер Усманов на заводе металлургическом в Рыбнице. Да, потому что он платил копейки, там, ну, прямо копейки за газ и продавал металлопрокат по мировым ценам рыночным. Да, и разницу в карман. Разница 1,5 миллиарда. Только на вот, то есть один. Плюс производство электроэнергии, которую продают на правый берег Молдовы. Более новая схема, там уже сидит Чайка младший, сделал себе майнинговые фермы, потому что электростанция огромная, газ от Газпрома дармовой, они просто перерабатывают его в электричество и майнят биткоин или что они там майнят. То есть вот просто идет прямая, наглая схема воровства из Газпрома. Вот эту тему Дадон не решил. Более того, он там еще заикался, что он там... Это долг Молдовы, но это полный бред. Это долг Газпрома, то есть России, перед Россией, потому что это их решение не брать деньги за потребление. Экспорт молдавский. Да, у нас по закону зона свободной торговли с Российской Федерацией. Да, вот в рамках СНГ. У нас зона свободной торговли. Россия вводит эмбарго и пошлины односторонние. То есть это уже незаконно. Дадон... Хоть это, и он обещал, что он там все решит, все снимут, будет беспошлино, все будет у него там идеально. Вот за 4 года даже это не решили. Что они делают? Они делают списки, да, по товарным позициям, там, фрукты, вино, еще обычно сельхозпродукция. Они делают списки фирм, которым разрешено. Списки фирм делают в Кишиневе, делает лично под контролем Дадона. Принимают в Москве. И все, этим можно. В итоге там большинство фирм, которые ничего не производят, там был курьез, что одна фирма из Приднестровья экспортировала за один раз сливы больше, чем растет во всем Приднестровье.
Да, и, соответственно, легальные нормальные производители должны этим продавать за бесценок свою продукцию, она уходит. И маржа, понятно, кому, тем, кто делает эти списки. Да, то есть, по сути, вот на этом политическом решении ввода эмбарго разработали коррупционные схемы, за счет которых финансируют и партию социалистов, и себе в карман, и понятно, что немало чиновников и в Москве. А вот эту проблему он не решил. У нас сотни тысяч граждан Молдовы, которые работали и продолжают работать в России. Но многие из них перебрались в Европу. Да, вот там, конечно, там МИД России рассказывает сказки, что там 750 тысяч молдаван, но в России никогда не было. А сейчас около 300 тысяч, не больше. Большинство из них после кризиса 2014 года переехали работать в Европу. Это Германия, Франция, Италия, куда угодно. У нас до сих пор нет соглашения по пенсиям. То есть это люди, которые проработали десятки лет, и у которых на старости лет не будет пенсии. Это огромная социальная проблема, это бомба замедленного действия для Молдовы. Это сотни тысяч людей, которые работали тяжело, большинство из них на стройках. Уже не говоря о том, что продолжают работать без контрактов, без ничего. То есть Россия это практически единственное место, где еще абсолютное большинство работают в черном. И вот эти все проблемы надо решать. Что делал Дадон? Дадон решал, вот это, как он сказал, список сделал там, его попросили, он внес партию там, а потом партия вносит ему в партию, да, в эту фирму. Или с гастарбайтерами, которые нарушают режим проживания на территории России. Периодически он просто договаривается и для них делают так называемую амнистию. В чем состоит амнистия? Амнистия состоит в том, что если ты нарушил режим пребывания в Российской Федерации, ты должен на выборы поехать домой, уже понятно, проголосовать за кого надо, и после выборов можешь вернуться, и у тебя уже все стерлось. Да, вот сейчас перед вторым туром, он в открытую, у него есть такая мода, короче, он у нас влогер, и вот он, его очень многие видители спрашивают, что насчет амнистии в России. И он сказал, что вот мы обязательно, если я останусь президентом, договоримся с Путиным, и мы сделаем амнистию всем молдаванам, которые там нарушили режим проживания в России. Но я вот конкретно скажу, чтобы амнистию сделали только тем, кто проголосует на выборах. То есть вот в открытую шантажируют. Вот на такого. Вот это все методы, в том числе российского влияния, понимаете, и через финансирование партии. Про медийное я молчу, тут уже как бы все понятно, но распространяется очень сильно. Но вот такими методами. Если сравнивать с прошлыми годами, поддержка есть, но вот собственно вмешательство, например, я не видел в интернете ни одного контента, произведенного в России, направленного против Майи Санду. Все местное производство. Ну, там, как бы, местные эти мастера, большинство из тех, которые работали раньше на Плохотнюка, сейчас пришли к Дадону. Но видно, да, раз, ну, высококачественная, сконцентрированная пропаганда – это другое. Она была в 2019 году на выборах, она была в 2016 году на выборах. Причем такой хардкор РЕН-ТВ, перемешанный с НТВ. Но вот то, что сейчас, это, да, понятно, это как бы… Там много всяких фейков и так далее, это перемешано. Но сделано далеко не так профессионально. И это видно даже по войсоверам, что это войсоверы с местных молдавских телевидений. То есть этого нет. Нету там кого-то в не знаю каком отделе или казарме, кто вот этим занимается. А на прошлых выборах было. То есть такое ощущение, что Дадону сказали, окей, мы тебя поддерживаем там как-то в политическом плане, мы тебе удочку дали, вот у тебя уже и вся власть, иди лови. А не получится, ну и без тебя. Как бы, мое понимание такое, если Дадон выиграет, Москве обрадуется. А если он проиграет, то грустить долго не буду. Вот примерно такое, потому что ну, понятно, что он тянет уже эту партию вниз. А Молдова все-таки парламентская страна. И для вот где будут зубами тащить в Кремле, так это на парламентских выборах досрочных, если они будут. Вот там уже подготовятся основательно,
Для России не принципиально иметь большинство в парламенте, но блокирующий пакет им нужно. Более того, учитывая ужасный экономический кризис и то, что Дадон довел ситуацию с пандемией, просто и никто не занимается и не занимался, просто, ну это такое, на самотек пущено все, как и экономика в принципе. России даже выгодно сейчас партию социалистов убрать из власти, чтобы не отвечать за все это, потому что тут как бы кто-то еще должен платить за всю эту радость, а Россия кредиты давать не будет. Вот та попытка типа дать кредит, это была попытка, ну такая, на авось создать такой прецедент, что по сути все долги, в том числе вот этот пресловутый долг за газ, о котором я говорю, превратить в госдолг Молдовы. То есть дали 200 миллионов евро в долг, да, не подарили, в долг. И там пункт такой, что вот пока они вернут этот кредит, то решением вот этого комитета российского по кредитам, не комитета, как он называется, по гарантии вкладов, есть такая структура российская, любые частные, то есть все долги частных предприятий перед российскими предприятиями, банками и так далее, будут подключены в этот долг. То есть, например, объясняю просто. Предприятие «Молдовагаз», которое дочернее предприятие «Газпрома», берет у «Газпрома» 100 евро в долг. И после этого все долги «Газпрома», все долги «Молдовагаз» включаются туда. В том числе эти 8 чем-то миллиардов долларов, которые просто там разворовали. Что это означает? Это означает, что заплатив 200 миллионов, Россия превращает Молдову в полностью, то есть на вечно зависимое государство. Да, и взимание может быть когда угодно. Я уже не говорю о схемах, что там может прийти компания «Рога и копыта» и набрать сотни миллионов долларов кредитов, и Молдова должна из госбюджета гарантировать. И парламент Молдовы это принял. Слава богу, Конституционный суд это отменил. Вот. После этого Дадон уже вот больше полугода рассказывает, что российский кредит сейчас будет. Сейчас будет. Мое понимание, что его и не собирались давать. Собирались давать только вот на тех условиях. Типа, ну, если мы дадим 200 миллионов, там, удар навсегда, мы дадим. А если нет, то до свидания. Вот. Дадон уверял, что его типа должны обсудить. Вот. И вроде это начали в мае месяце, потом он на парад ездил в июне и сказал, что вот сейчас точно начнется. Потом он что-то там в Москве делал в июле и сказал, что вот буквально на днях, вот, до сентября должны быть и деньги. Потом в сентябре он имел вот такую скайп-дискуссию с Путиным и упомянул там что-то про кредит. Но Путин как бы даже буквой не обмолвился насчет этого кредита. Все. То есть понятно, что его нет и не будет, и никто и не собирался.